Секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов проверил ход благоустройства сквера в ЖК «Одинбург». Строители учли просьбу жителей, сохранили деревья, укрыли их на время работ. Сейчас рабочие выполняют планировку будущих дорожек, а также готовят основания для песочницы, игровой и спортивной площадок. В ноябре планируется завершить укладку тропинок из брусчатки, а до конца декабря установить малые архитектурные формы. Озеленение выполнят уже весной.